Привет, ребят, с вами Вломобой, я в районе трассы Ракетчики, и здесь будет заканчиваться наша с вами эндурогоночка, которая пройдет 5 ноября со склонов горы Демерджи, а именно с Лысого Ивана. Вон его, в принципе, видно, голая горка в снегу. Как вы можете с панорамы понять, у нас тут снег, уже традиционный, и много-много воды. Но это ничего, на гонку все равно передают более-менее нормальную погоду. А сейчас я покажу вам, собственно, трейл, который предположительно и будет завершать нашу с вами воскресную покатушку на этой неделе. На объезд не смотрите, у меня здесь свои срезки наверх. Официальный апхил проходит правее и ниже, а я лезу практически в лоб. Фух. Ну что я могу сказать? Состояние тропинки здесь внушает некоторый оптимизм. Она влажная, но вроде как уже не скользкая. Несмотря на почти 3 сантиметра осадков, выпавшие за последние 2 дня. Да, забыл сказать. Я узнал, что трейл пройдет здесь благодаря сайту организаторов lushtycup.ru. Там выложено направление гонки. Пока без профилей, без GPS-треков. Но строить догадки на ее основании уже можно. Так, например, полностью угадан первый, второй и третий спецучастки. Ну, может, за какими-то исключениями. Небольшие отклонения маршрутов возможны до окончательной разметки. А четвертый участок — это, видимо, секретный с прошлого года, либо адреналин рейс, который прошел весной этого года. Посмотрим, что будет действительно на гонке. Потому что траектории в лесу там сейчас очень много. Вид предполагаемого старта космический. Здесь были укрепления еще с советских времен для защиты полуострова от вероятного противника. И трасса начинается здесь. Очень приятный держак даже после таких дождей. Конечно, скорость у меня сейчас будет меньше, чем могла бы быть, но все же постараюсь ехать как можно быстрее. В елочках офигительно. И вот начинается грязюка и съезжалки. Никаких проблем с управлением не возникает. Грунт немножечко липнет. Вы слышите, возможно, как он стучит по раме. Ага, пропустил этот поворот. Тут осторожно, ребят, ступенька очень высокая. Дальше очень легко потеряться. Но, насколько помню, здесь надо ехать прямо. Да, вот эти вот дропы в плашечку, как в прошлом году. Два подряд на скорости исключительно в плоскач ехались. А вот это что-то новенькое. Этого я не видел. Какая-то еще траектория появилась. Может быть, она будет в гонке, может, по классике там налево надо будет поворачивать. Но сюда трассу раскатывают. Оп. Может, я просто не туда поехал. Все возможно. А, вот, какой-то торчок, заезд наверх. И снова вниз. Вот тут покрышки уже забились.
То есть если ехать реально быстро, то надо прям изловчиться, чтобы покрышки очищались. Ну, либо использовать Максис Шорти. С другой стороны, держак и упоры в настолько восхитительном состоянии сейчас, что диву даешься. Наката вообще нет, по сути. Но держака миллион, и не грязно. Грунт? Фу. Нет, все-таки грязно. Вот, а здесь очень хитрое место. Вот этот камушек надо запомнить, потому что после него пойдет вот этот отхильный такой прямячок, который приводит уже в финишную съезжалку. Вот, сейчас я посмотрю по силам и по погоде и, возможно, покажу вам вторую траекторию. Сейчас я на старте трейла Восточный, который был прошлогодним прологом. Но в его нижней части, сильно не доезжая выходной канавы, разрыли площадку под строительство. Поэтому она не активна. И сейчас я попробую показать вам примерную траекторию, как, возможно, его проложат, если он будет в гонке. Старт начинается в том же месте, с точно такой же канавы. Вот, тут сегодня ребята наши катались. Все отлично прокатали. Никакого бобслея, все абсолютно контролируемо на держаке. Дальше идет классика. Через лес с шишечками. Покрышки до сих пор упрямо не хотят заноситься. Тут вот размечены участки какие-то лентой. Не знаю зачем и почему. И, по-моему, я немножко нарезал тут. Хотя туда вот тоже что-то уходит. Теперь бы найти еще возврат на траекторию. Но, по-моему, вот сюда. Да. И вот попадаем на знакомый участок трейла. Тут уже повеселее картина. Для надежности я выставляю ногу и прохожу повороты с дрифта. Наката нет вообще никакого. Здесь недостаточный уклон. Вот стройка. И вот сюда уходит новая ветка трейла. Абсолютно не раскатанная. Поэтому здесь все летит, все несет. И я не помню даже траектории. Вот такая вот нырятельно-стеночная секция. И проезд вот сюда, на тропинку к елочкам по полке. Тут педаляжная секция. Потому что мы едем в сторону секретного спецучастка. И высота входа на него чуть больше, чем мы сейчас сбросили. Поэтому придется покрутить. И попадаем на еще одну размытую тропу. Возможно, это такая же промоина. Вон, смотрите, что дожди делают. Все еще крутим. Стараемся бороться с накатом, которого нет. Фух. И приезжаем обратно к съезжалочке, но уже с другой стороны. Вот такая вот штука. Давайте поедем вниз. Возможно, там что-то тоже изменилось. Я чисто чекнуть хочу. Потому что вон туда явно какой-то след идет. И такое ощущение, что тут ездят люди. Я вижу колею. Фрирайд. Ебой. Во как. А тут аж свитчбеки. Чего? Вы серьезно?
То есть напрямую мы выходим к финишной съезжалке вот сюда. Во оно как. Интересно. Вот такие догадки у меня по поводу финиша последнего этапа российской эндуро-серии в Алуште. Трек этой тренировки будет выложен в Страву, а ссылку ищите в описании. С вами был Влумобой. Подписывайтесь на мой канал и ожидайте видео с гонки. Пока!